Я вообще заметила, как и медийный человек, и как активный пользователь интернета, что сейчас очень большой спрос на некие такие эмоциональные, нравственные инициативы в интернете. Сейчас очень активно и очень... наверное, слово не то, агрессивно, да, но вот чтобы передать вот этот темпоритм, именно так сейчас формируется гражданское общество. И во многом именно в социальных сетях. И, наверное, любой медийный профессионал не может этого не замечать. Люди сами без оглядки на государственную систему собирают помощь погорельцам в Хакасии. А вспомните, как мы собирали велосипеды нашим ребятишкам на сердце километры, да, как люди активно участвовали, вовлекались, помогали. Люди хотят помогать. Надо им это открыть, надо им это просто напомнить, и надо дать шанс им помогать друг другу. Помогать тем, кто попал в непростые жизненные обстоятельства, но хочет сам с этим справиться. Вот это вот мы, мне кажется, уловили в свое время, где-то еще в прошлом году, когда впервые запустили социальный проект «Сердце километры». Мы увидели в этих детях детдомовских живых, нормальных, полноценных, очень интересных, очень талантливых людей. И вот это открытие стало для меня тогда очень большим откровением. И я стала болеть прямо сердцем за эти проекты, потому что это, мне кажется, трудно придумать что-то более интересное, более вдохновляющее и более жизнеспособное.